26 и 27 августа в Брестской области проходила акция «Чтобы сердце было здоровым». За два дня ее участниками стали тысячи жителей Берестейщины. Такое профилактическое мероприятие стало возможным благодаря международной выставке-ярмарке «Содействие здоровому образу жизни», в рамках которой оно и проводилось. В канун 10-й международной выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни» организована масштабная акция «Брестщина за здоровый образ жизни». Главная цель этой акции – повышение осведомленности населения о способах, о возможностях сохранения, укрепления здоровья. В Брестской центральной районной аптеке номер 2 в этот день особенно многолюдно. Чтобы измерить артериальное давление, а также ознакомиться с перечнем препаратов белорусского производства, сюда пришли и постоянные клиенты, и те, кто просто зашел за необходимыми лекарствами. Акция стала хорошим поводом напомнить берестейцам не только о том, как позаботиться о собственном здоровье, но и возможностью познакомиться с широким перечнем фармацевтической белорусской продукции, которая в последние годы по качеству не уступает зарубежной. Вы видите весь спектр стран, куда представлены наши препараты. Парисовского завода медпрепаратов. Видите, спектр этот достаточно широкий. Проведение таких акций на базе нашей аптеки стало уже традиционным. Аптека находится в центре города, у нас всегда много посетителей, и поэтому, когда мы проводим такие акции, люди, конечно, проявляют очень большой к ним интерес. Конечно, не лишнее еще раз измерить давление, позаботиться о своем здоровье, но и при этом увидеть продукцию наших заводов-изготовителей, которые помогают нашему здоровью. Акция пришлась по душе тем, кто заглянул в этот день в аптеку. Ведь возможность измерить артериальное давление на современном качественном приборе, к сожалению, есть не у всех. Такие мероприятия, считают брестчане, должны проводиться еще чаще. Человек идет, не всегда он приобретет, ну, допустим, аппарат. Или люди такие, что не умеют пользоваться аппаратом этим, понимаете? Поэтому такая акция, конечно, должна быть в каждой аптеке. В каждой. И очень приятно, вот, что сегодня я как раз пришла сюда и попала на эту акцию. Акция очень хорошо, приятно. Да, акция хорошая, что это заботится о нас. Вот. Так что мы еще будем долго, спешить туда не будем. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».